Партию Адал, как и Народную партию Казахстана, допустили к выборам в Мажилис и Маслихаты. Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии. Напомню, на прошлой неделе объединения изменили свои официальные названия и прошли перерегистрацию в Министерстве юстиции. Отмечу, партии пока не отправили свои документы на рассмотрение комиссии. На сегодня это сделали только представители АУИЛа. Также на заседании Центра сберкома сообщили о приглашенных наблюдателях. В Министерстве иностранных дел предложили участие 11 международным организациям. Среди них Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская ассамблея ОБСЕ, а также Исполнительный комитет СНГ. Кроме того, ЦИК направила приглашение коллегам из 25 иностранных государств.